Всем привет, с вами Кирилл, вы на канале Кирилл Гея. Мы сегодня мы играем приманочку на Сиродми Ролеплей, 4-й сир. Муник здесь легенда Путбуль. Не забывайте вводить муник при регистрации. И также не забывайте вводить мой промокод специально для моих подписчиков. КГейм пишите. Вот так вот. Как только вы отыграете 7 часов, вам дадут 50 тысяч. Итак, сегодня я нахожусь на аренде. Почему? Сейчас объясню, пацаны. Сегодня у нас будет тест-драйв какой-то из этих машин. Какой именно, я, честно говоря, не знаю. Мне, на самом деле, интересно протестировать. Это SRT, Dodge Challenger. Потом Raptor хочу протестить. Потом хочу протестить М4. Ну и, в принципе, все. Больше меня здесь ничего интересует. Поэтому сейчас будем выбирать, что протестить. Я думаю, давайте возьмем, наверное... Давайте Raptor возьмем. Мне он больше всего как-то нравится и... Интереснее будет протестить его. А вы в комментариях уже пишите, какие из этих машин мне протестить, возможно, в следующей серии. Потому что я думаю, это будет довольно-таки прикольно. Давайте я его закрою, в принципе. Поедем на нем куда-то прокатимся. Мне эта тачка очень нравится. Я бы себе хотел вместо гелика, у меня сейчас есть гелик и Феррари вон моя стоит. Я вместо гелика хотел бы себе, в принципе, такой Траптор. Он очень классный. Поэтому я думаю, протестить можно его сегодня, в принципе. С вас, пацаны, обязательно лайки. Давайте сейчас приеду на какую-то локацию и продолжим. Итак, вот у нас, в принципе, Ford Raptor. Довольно-таки, я думаю, популярная машина, в принципе, и довольно-таки очень классная. Такой внедорожник-пикап, американец, в принципе, я думаю, это всем понятно. Очень классная тачка, просто, блин, он такой высокий. Напишите серьезно в комментариях, что вам больше нравится, вот этот Raptor, либо гель. Мне будет интересно почитать. Ну, либо крузак, там, выбирайте. Как по мне, из этих троицы, типа, крузак, гелик и Raptor, Raptor больше всех так выделяет. Ну, гелик, в принципе, тоже классика, как бы, крузак тоже, а вот Raptor, это довольно-таки необычная и очень классная тачка. Давайте посмотрим, что у нас тут по салончику. Типичный, в принципе, американец. Все такое большое. Акселератор, руль, все дела. Салончик довольно-таки, кстати, неплохой. Не знаю, это кожа, либо замша какая-то. Ну, точнее, не замша, а кожа-заменитель какой-то. В принципе, у нас есть здесь регулировка зеркал. Потом опустить, стекла там и так далее. В принципе, комплектация неплохая. Ну, еще сзади есть сиденье, в принципе. Вот так это все выглядит. Я думаю, довольно-таки классно. Так, давайте посмотрим, что, в принципе, у нас здесь под капотом. Под капотом у нас здесь, в принципе, не очень так прорисовано. Честно, я не помню, какой здесь двигатель. V8, наверное, скорее всего, здесь стоит. Потому что такую тушу надо тянуть. Потом багажник у нас открывается, ну, вот так вот, в принципе, он открывается. Ford Raptor, все дела там. Чувак ко мне подъехал, говорит, типа, помочь. Но мне помощи не нужно. Так, давайте, я думаю, его откроем, в принципе, и еще прокатимся. Посмотрим сейчас максималочку его. И прокатимся, возможно, по какому-то бездорожью. Так, давайте теперь измерим его максимальную скорость, в принципе, посмотрим, сколько он едет. Так, 150, давайте разгоняемся, 160, 175, 176. 176 он едет, ну, думаю, это не очень критично, потому что, ну, сами понимаете, большой пикап, там все дела. В принципе, хотя он в жизни, по-моему, довольно-таки неплохо едет, я думаю. Так, давайте, я думаю, в батырочку заедем, посмотрим, может, там какие-то для нас препятствия будут и так далее. Но тачка мне реально очень нравится. Такой массивный мужской пикап, такая большая надпись Ford, в принципе, на... Решетки радиат, просто на решетке, короче, Ford написано. Очень классная машина, как по мне. Я думаю, по бездорожью тоже проблем, в принципе, не будет. Кстати, давайте посмотрим, что у нас здесь есть в аренде, в принципе, в Батырево. Давайте я, в принципе, гляну. У нас здесь есть Mitsuba, в принципе, пятый есть, УАЗик, два УАЗика даже. В принципе, если вам что-то из этого тоже будет интересно, пацаны, напишите в комментариях, тоже засниму обзор. Опачки, R8 есть, есть Калик, пацаны, ну... Про R8 можно было снять, кстати, я ее рассматривал как покупку, но я все-таки выбрал, я Гейтер потом выбрал, в принципе, ну и не пожалел особо. Хотелось бы на самом деле от Ламбу бы взять на тест, реально Ламбу арендовать. Возможно, в Южном она есть, но я точно не знаю. Ламбу было бы интересно протестить, я думаю. Так, давайте вот здесь попробуем, хотя это памятник, думаю, давайте попробуем. По-моему, у Раптор заменен на Санкинг, если я не ошибаюсь. Не, ну спокойно вообще справляется на самом деле просто. Смотрите, вот так вот заезжаешь, давай чуть разгончика, оп. И все, и спокойно. Так, аккуратнее, дружище. Так, вечный огонь здесь. Не будем. Ладно, это памятник, все-таки некрасиво здесь так ездить. Поэтому давайте я лучше сюда, когда перееду. Не, ну тачка реально годная. Советую всем брать. Стоит, честно говоря, не помню, сколько она. Ну, вроде бы до 4 миллионов примерно. Только она и стоит. Ну что ж, на этом я буду заканчивать. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки. Подписывайтесь на канал. И всем пока-пока. She was from the south side, I looked in the mirror. I said, man, I'm alright. Little did I know I'd be crying.